Гуманитарный склад на Пушкина 24А начал работу по выдаче вещей и продуктов нуждающимся. Режим повышенной готовности диктует свои условия, поэтому склад будет работать с ограничениями. Прием вещей мы пока не начинаем. У нас еще из прошлого года и с зимы достаточный запас, потому что люди приносили вещи вне сезона, много было летнего, весеннего. Вот, поэтому что дать людям у нас сейчас пока есть. Тем, кто желает помочь нуждающимся, могут приносить на склад продукты длительного хранения, детские молочные смеси, коляски, кроватки для малышей и технические средства реабилитации для инвалидов. Для этого нужно заранее согласовать время визита. Посещение гуманитарного склада тоже будет проходить с соблюдением мер безопасности. Люди будут приходить к нам по обычному графику, вторник, четверг и суббота, как и раньше. Вот. Но заходить в здание будут только по одному человеку или по одной семье. Вот. И остальные люди будут ожидать своей очереди на улице в отмеченных местах. Для этого перед входом на гуманитарный склад волонтеры нарисовали круги разного диаметра на случай, если взрослые придут с детьми. Чтобы ожидание своей очереди не затянулось, ограничат время приема и выдачи необходимых вещей и продуктов. Елена Грицкова, Евгений Шевцов, Александр Мальков, служба новостей, Саров, 24.